За отличную службу иркутским росгвардейцам торжественно вручили государственные награды. Это медали Жукова и за отличие в охране общественного порядка. Обладатели почетного поощрения – бойцы, которые отличились в ходе проведения специальной военной операции. Среди них участник президентской программы «Время героев» Денис Степанов. Он вернулся в спецподразделение с весомым презентом. Совместно с Народным фронтом была выдвинута инициатива, что необходимо предметно оказать помощь сотрудникам и военнослужащим, выполняющим задачи в зоне СВО. Данным Народным фронтом мне было презентовано новое новейшее БПЛА «Бумеранг-10» для презентования подразделениям от моего лица. И также вручен сертификат на закупку специального оборудования и снаряжения. Номинал сертификата составил 3 миллиона рублей. На эти средства закупили современное радиоэлектронное оборудование для выполнения служебно-боевых задач в зоне СВО. При встрече Денис Степанов вручил его личному составу спецподразделения Росгвардии.